Сотрудниками полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий в поселке Барвиха задержана 48-летняя жительница Орловской области, подозреваемая в сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра в сумке задержанной полицейскими был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы оно является наркотическим средством героином. Кроме того, оперативники обнаружили в телефоне злоумышленницы адрес закладки наркотика, который был впоследствии найден. Всего полицейским удалось изъять из незаконного оборота более 2 килограммов героина.